Xocaqulu Narliyev, Türkmənistanın xalq artisti, senarist, kino rejissor, təsvir rejissoru 1937-ci ildən adan olub. Türkmən film kino studiyasında çalışıb. İmumrusiya Dövlət Kinematografiya İnstitutunun məzunudur. Gəlin, Qadın Atı Yəhərləyəndə, Yox Deməyi Bacar, Manqurt və digər filmlərin senar müəllifi və quruluşu rejissorudur. Gəlin filmi Locarno Beynəlxalq Film Festivalında eləcə də Sorrento Beynəlxalq Film Festivalında mükafatlara layiq görülüb. SSR-nin xalq artisti, kinoaktrisa Maya Gözəl Aymedovanın həyat yoldaşıdır. Xocaqulu Narliyev 2023-cü ildə Bakıda keçirilən 3-cü Korkut Atatürk Dünyası Film Festivalında xüsusi Türk dünyasının kinematografiyasının inkişafındakı xidmətlərinə görə xüsusi mükafata layiq görülüb. Salam. Real TV-də Türkmənistanın xalq artisti, görkəmli kinorejissor Xocaqulu Narliyevin profilidir. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Спасибо. Xocaqulu Narliyeviç, первую очередь, спасибо за интервью, мы вам благодарны. И, естественно, нам очень интересно, нашим зрителям, ваше детство, потому что вы родом из Туркмении, и, естественно, у каждого творческого человека существует такой определенный и обогащенный путь. Как оно началось? Ваши родители, еще брат у вас кинорежиссер? Я иногда бывает, читаю, говорят, вот родился, прямо хотел быть кинематографистом. Ну, например, да? Так и такого не было. Я родился в маленьком железнодорожном разъезде, где 15-20 домиков всего было. В основном занимались скотоводством, то есть у каждого было несколько голов, там, баран или коз. За ним ходили, они кормили их, а люди следили за ними. Да. И вот только так, начальная школа, это на этом разъезде закончили. И, конечно, спасибо советской власти, там был закон, что 10 класс должен закончить любой ученик. Но так как у нас было только 4 класса, для таких вот маленьких железнодорожных разъездов их детей в районном центре был открыт школа-интернат, где мы жили, где нас кормили. Да. И так мы там закончили 7 классов. Это был такой город, Кизларват называется. После этого переехали в Ашхабад. В Ашхабаде была школа одаренных детей. И туда надо было в 8 класс поступать экзаменом уже. Да? Да. И вот экзамен сдал мы своим двоюродным братом Азадом. С 1 по 10 класс сидели за одной партой. Поехали, сдали экзамен, поступили туда. Да. Ну и в 8-9 классе я начал, у двоюродного брата был фотоаппарат, он нам давал проявлять, печатать, снимать не давал. Да. Только в 10 классе, на 7 ноября, на праздники, он дал мне снимать камерой. Ага. Да. Он снял учеников своих, директора школы, учителей. Это была любительская съемка? А? Любительская съемка была? Ну, конечно, это ФЭД был такой. На 8-миллиметровый. Да. И когда я принес фото директора школы, Баба Джапарча, он посмотрел и говорит: слушай, это хорошо получилось, ты давай езжай на операторский факультет. Я первый раз слышал, что кино вообще снимают, мне казалось, это сказка. А что вы первый раз видели? Какой фильм? Ну, не помню даже сейчас точно. В Ашхабаде. По-моему, Чапаев. Чапаев. В Ашхабаде. Нет. Но вот на наш разъезд каждый год приезжал вагон. Так. Да, вот, тогда было модно. Пассажирский вагон. Внутри был клуб. Киноклуб был. И вот для этих жителей разъездов, где больше никаких кино другое нет, 2-3 раза в году приезжала вот человек, который, значит, останавливался на этом разъезде, и один, может быть, 2 дня показывал фильмы. Да. И всем аулом все проходили, смотрели фильм. Вот тогда уже фильмы-то, но мне казалось, это сказка просто, которую надо
смотреть, чтобы это люди делают кино, это даже в голову не проходило. Но вы начали как оператор. А потом пошел, когда директор школы сказал: так, ты иди на операторский. Я пошел на студию, узнал все, как. Потом же тогда, опять же, слава богу, государству тогда по квоте мы могли сдавать экзамены на тройки. Поехали в Москву, в АВГИК, и, например, с тройками. Не только конкурс большой отличный, мы только нам на тройки сдавать. Вот сдал, поступил на операторский. Закончил операторский факультет. Значит, один из художественных фильмов, один короткометражный художественный, и потом с очень известным режиссером Мансуром, сверстники мы, одногодники даже, он приехал снимать свою дипломную работу, и фильм получился очень хорошим. Ага. Называется «Состязание». Да-да-да. Даже, значит, Айтматов написал большую статью в газете «Советская культура» о том, что это фильм. Там такой идет разговор: туркменский музыкант Шукур, его брата враги взяли в плен. И, значит, аульчане все сказали: давай пойдем войной освободить твоего брата. Старики аула предложили: давай выкупим. А он сказал: знаете, дайте мне попробовать своей силой. Я поеду туда и местного хана попрошу организовать состязание с его музыкантом. Если одержу победу, условие будет такое, чтобы он отдал мне брата. Если нет, я с братом вместе останусь. У него же вражеский лагерь. Да. Он победил. Значит, Айтматов написал статью под названием «Музыка, перековавшая мечи на орала». Название даже такое. А потом получилось, этот фильм оказался вторым рождением туркменфильма вообще. Потому что до этого фильмы, которые были, они были все такие местного значения, которые потихонечку уйдут в историю. Хожа Гунаридович, вот я тщательно изучал вашу биографию, и, естественно, период вашего творчества началось с того времени, когда уже в Советском Союзе и конкретно Центральной Азии, которую сейчас мы называем, было смягчение в кинематографе. Смягчение, облегчение, может быть, по темам. Какое было облегчение? В 60-х годов были... как бы темы были намного свободные для авторов. Ну, это 60-е годы. Да. Это вот теперь, конечно, вот везде. Что вы можете рассказать вот об этом периоде? Потому что этот период попадает именно на ваш творческий путь. Да, но этот период как раз был тем, что из ВГИКа возвращались молодые специалисты. Ага. Режиссеры, операторы, художники. И... пользуясь тем, что вот теперь было, когда можно было намного спокойнее работать, как-то освещать свою тему. Ну и получилось, что именно вот в это время с Мансура приехал. Вот, значит, «Состязание», потом «Утоление жажды», «Рабыня». Мы три фильма сняли вместе. Но потом как-то один фильм был такой творческий был, несостоятельный, снимался, его закрыли долгое время, не нашли другого режиссера, и вдруг директор студии предложил мне. И неожиданно? Неожиданно. Он говорит: так как ты, в общем, документальный фильм снимаешь как автор, так, режиссер, оператор, делаешь такой-то, да. И говорит: попробуй, я хочу предложить тебе. Но я взялся, значит, единственное сказал, что я материал видел, потому это, из этого материала ничего нельзя. Если разрешите, напишем новый сценарий и сделаем новый фильм. Он сказал: за оставшиеся деньги. Были конкретные требования? Да, за оставшиеся деньги. Время, сроки можем дать вам сколько надо, но деньги не дадим. В общем, я пошел на это дело. Вот получилось, назывался фильм «Человек за бортом».
Соловьёв за бортом, да, это один из лучших фильмов центральных в то время. Еще я бы хотел напомнить фильм «Невестка», который, можно ли считать «Невестку» как бы революции Центральной Азии в то время, чисто творчески и еще по бытовым? Ну, я не могу сказать так, но сейчас, в общем-то, критики, киноведы пишут об этом, писали много. А тогда что писали? А? Тогда что писали? Тогда тоже, сразу. Сразу после сдачи фильма он пошел сразу. И вот в прошлом году нашелся человек, которому я показал, когда архив, который у меня лежит дома, оказалось где-то более 1300 статей. 1300 статей про «Невестку»? Нет, о творчестве нашем, «Майя» и меня. Ага, да. Да, и о наших фильмах. Да, и там очень многие пишут, ну, это такие, вот я извиняюсь, такой, значит, Нарлиев ворвался в кинематограф как яркая комета. А, например, да, а, это в советской газете было. Но, например, «Вашингтон-Пост» пишет настоящий пример, как бы сказать, вот сейчас я забыл точно. В общем, это как пример настоящего кинематографа. Примерно, я говорю, содержание. Ну да, да, да. Да. Многие американские газеты, итальянские, французские, все сразу пошло. Венеция, Локарно, были фестивали, в которых вы участвовали. Фестивали, показы, и, например, фильм «Без визы». Этот фильм везде, везде будет показан, везде примет как безвизные произведения. А в чем была, какова была цель этой картины вообще? Вот какова была причина, что эта картина была более известная, чем другие картины в то время Центральной Азии? Почему оно продвигалось в фестивалях, как Венеция, Локарно, вот сейчас вы упомянули газеты известные, да, которые «Вашингтон-Пост» и другие. Вот в чем была причина? Какую нить вы нашли там? Я думаю, вот и было много споров вокруг этого, но у нас много сказок, легенд, где любовь парня и девушки описывается, они стали легендарными. Но в жизни этой верности, в общем-то, не бывает. Вот Лейли Меджнун, у нас Шахзад Эмгари, Зухра Тахир, да, в сказках описана есть эта мечта народная, чтобы герои были такими верными друг другу. Но в жизни их не бывало. Вот хотелось сделать, что и в жизни есть такие люди. И потому это было много раз именно отмечено, что она даже знает уже, чувствует, что муж не вернется, но ее верность в той любви, которой были, когда они были вместе, она осталась. Это сказочная мечта народная, она оказалась, что можно сделать, и есть такие люди, которые это дело делают. Может быть, даже Ходжаклин Нарлиев и Майя ханым Аймедова. Ну, спасибо. Та же самый пример? Может быть, может быть. Вы, кстати, коллеги. Оно не мешало вам или ей, что вместе работает в одном доме, в одной съемочной площадке? Наоборот. Мы даже, в общем, выходили на съемочную площадку, чтобы зафиксировать на пленке наши мысли. Потому что дома обговаривали все детально. Да, какие-то эпизоды, если вдруг нужно, играли. Да, я же говорю, уходили просто, чтобы сняли, на пленку снять. Были вам какие-то предложения со стороны Запада или других стран, сразу, чтобы работать? Вот, например, я беседовал с вашей коллегой Хамраевым. Ему, например, предложили в Италии работать. А вам, наверное, были? После «Невестки» сразу из Швеции поступило предложение. Значит, какой-то поляк, имеющий автор сценарий, да, и говорит, продюсером будет какая-то шведская компания, да, и снимать там. Я прочитал сценарий,
И знаете, это всегда, когда люди, не знающие душевное состояние этого народа, пишут об этом, у них всегда получается поверхностно. Вы все это чувствовали? Да. Сценарий уже был такой поверхностный. Да, они согласились даже и на то, чтобы я обрабатывал, по-другому делал его. Но все время, я знаю, будет сверху, им нужно, чтобы привлекательно было, чтобы это было зрительски, чтобы деньги были. Это капиталистическая система, продюсерская система, она не родная система для кинематографа нашего. Это мы в Советском Союзе, и требование, идеология Советского Союза было показать достоинство человека. А капитализм – это всегда было деньги. В первую очередь, 90% фильмов, которые делаются там, они делаются для денег. Ну, все-таки кино – это бизнес? Да, да, да. Кино – это и бизнес, кино – это и политика, кино – это как бы сказать, творчество. Но пользоваться каким-то вариантом, это уже потом получается система какая. Вот советская система требовала достойного показать. Смерть человека, это надо было очень сильно доказывать. А были какие-то препятствия вам в туркменфильме когда-то в советское время? Мы пока не говорим о 90-х. В советское время были какие-то препятствия? Но, конечно, в основном препятствия были руководители. Всегда руководители, всегда люди непрофессионалы. Они поставлены чиновники. Они просто не понимали. Были столкновения, наверное, у вас? Ну как, ну вот я невестку принес сценарий. Ага. Просто в буквальном смысле. Даже да, близкие друзья, многие. Даже близкие друзья. Да, близкие друзья. Говорили, ну что такое, 33 страницы. Герои не говорят. Да, почти не мой фильм. Чисто ну, кинематограф, можно сказать. То, конечно. Да, я считаю, это настоящий кинематограф. В отличие от других видов искусства, например, если театр, он же вон сидит, актер, играет. Да. Ты там в 30-м ряду сидишь, ты дай бог, чтобы услышал, и какие-то его движения видишь. Да, и он может очень много сделать по-настоящему, потому что тебе нужно только услышать. Игра, ну, естественно, да. А в кино есть крупный план, который, когда герой говорит, что я тебя люблю, а в глазах у него видно, он говорит, нет, я тебя ненавижу. Языком он болтает, говорит, люблю, а глаза говорят другие. Это только кино, эту тайну в творчество может взглянуть туда, показать. И другим людям это только может кино делать. Значит, вам не разрешили в первом этапе это запустить? Нет, очень просто долго не проходило. Долго? В общем-то, даже не запустили. Но оказался конец года, два фильма должны были запустить. Первого запустили в этом году, второго нет. И когда главный редактор наш оказалась, женщина была в Центральном комитете, ну, у нее спросили, как. Она говорит, вот, не можем. А сценарий есть. Есть очень хороший сценарий, но... Ну, история осталась, как Лена Арлиев. Да, да. Игорь, она, он говорит, решающий человек ЦК. Сказал, ну, запускайте. И половина четвертого, 31 декабря, мне звонит директор студии, говорит, срочно бегом на студию. Прихожу, он говорит, вот сейчас запускаю твой фильм, осталось 2,5 часа до конца года, да. Вот этим годом запускаем. Ходжа Клин Арлиевич, вот 21 век, и все-таки существуют мангурты, как вы думаете? Потому что конфронтации, всякие войны, и вот эта великая, я могу сказать, мысль Чингиза Айтматова, мангурт. Как вы описываете сегодня вот это слово? Вот при наших долгих беседах
Я приезжал к нему, значит, в Киргизию, и по берегу Исыгуля ходили. Он очень уже видел и боялся массового манкуртизма. Он говорил, у него произведение, значит, делается манкурты штучно. Штучно. А сейчас эта глобализация и все остальное ведет весь народ Земли к массовому манкуртизму. Сейчас оно жестко себя показывает. Конечно, конечно, конечно. Да. И потому что то, что сегодня не читается книги, то есть не узнается история. То, что все сидят на телефоне. Все, только на телефоне. Телефон, в котором они никогда нигде не видят, что уважение к истории, уважение к родным, уважение к обычаю, это надо сохранять, это добрые человеческие отношения. Остальное все они видят. Герой фильма ходит, убивает 5, 10, 20, 30 человек. Они влюбляются в этого героя. И ждут, когда он следующего убьет. И причин нет. То есть жизнь человека вообще ничего не стоит. Вот привлекательность, как он так убил, так убил, так убил. Это для сегодняшнего зрителя, для нашей молодежи. Это интересно. А смысл, почему он убивает? Один раз человеку дается жизнь, почему какой-то человек должен ходить убивать их? Это манкурт уже.